Китае, по последним данным, жертвами землетрясения стали уже 19 человек. Свыше 200 пострадали, многие из них в тяжелом состоянии. В районе бедствия повреждены более 1000 зданий, заблокированы дороги, возникают перебои с электричеством. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней задействованы спасатели, военнослужащие, полиция и пожарные. Напомню, разрушительное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань накануне. После основного толчка было зарегистрировано более 1000 афтершоков. Магнитуда самого сильного из них составила 4,8. Из опасных районов эвакуированы свыше 45 тысяч туристов.